Живая музыка возвращается в Национальный театр. Впервые за много лет спектакли, идущие на сцене театра имени Шкитана, сопровождает Государственный оркестр народных инструментов «Мари Кундем». Пока в порядке эксперимента, который, похоже, оказался удачным. Уже в следующем театральном сезоне такие музыкальные спектакли встанут в постоянный репертуар. Мы просто решили возродить эту традицию, потому что все-таки, скажем так, надоело использовать фонограммы в спектаклях. Все-таки живой звук, живой оркестр, живое исполнение, возможность благодаря вот этому артистам лучше раскрыть свои драматические, музыкально-драматические таланты. Напомню, что от живого звука в театре отказались с появлением фонограмм, а теперь возвращаются к истокам.